Многогранный талант Александра Сергеевича Грибоедова на протяжении столетий будоражит умы любителей русской культуры. В честь автора всем известного произведения «Горе от ума» в Ульяновском областном краеведческом музее открыли экспозицию. Грибоедов получил признание как талантливый композитор и музыкант, как поэт и автор замечательных путевых очерков и, конечно, как государственный деятель, выдающийся дипломат. Выставка подготовлена в рамках нацпроекта с Министерством культуры Российской Федерации. Она, выставка называется «Грибоедов как явление русско-российской истории и культуры». И выставка приурочена к 200-летию завершения написания знаменитой комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Выставка представлена заповедником «Хмелита», единственным в России музеем Грибоедова. Он создан в 1995 году в бывшем родовом имении Грибоедовых в селе Хмелита Вяземского района Смоленской области. В Ульяновск научные сотрудники привезли документы, рассказывающие о биографии, в частности, о службе в Восточном департаменте Министерства иностранных дел Российской Федерации. Также представлены уникальные куклы, иллюстрации и фотографии с первых театральных постановок самого известного произведения Грибоедова. Это рассказ о пьесе «Горе от ума». Как известно, в этом году исполняется 200-летие с того времени, когда она была создана. Это одно из вершин произведения русской драматургии, которую все знают. Она переведена более чем на 25 языков мира и до сих пор широко ставится в разных театрах и России, и зарубежных стран. Портреты современников Грибоедова раскрывают его круг общения. Другие же экспонаты дают возможность ощутить колорит Востока, особенности Персии, в которой служил Александр Сергеевич. Познакомиться поближе с великим талантом можно летом и в начале осени. Экспозиция продлится до 10 сентября. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.